Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Растишка, Васаби. Пацанчики, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в FNAF 2 Коп, вторая ночь, и сегодня мы играем втроем, потому что другие просто отдыхают. Если петь игрушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, все написали в комментариях, что надо не бегать на Shift, а просто тихонечко ходить, и тогда они тоже за вами не будут бегать. Поэтому, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что это добавляет плюс один к удаче, и мы пройдем эту ночь с первого раза. Правильно? Правильно. Да. Ребята, очень переживаем, эта игра очень такая, знаете, настораживающая. И насколько я помню, тут надо постоянно заряжать нам шкатулку, эту чертову. Да. У нас сегодня на этой ночи ветикируются старые аниматроники, еще и мангл. Да-да-да, кстати, вторая ночь будет намного жестче. И вообще, кто любит FNAF коопы, так чтобы мы лампово сидели, играли с подписчиками, проходили все ночи, обязательно надо подписаться и поставить плюс в чате. Если будет 100 плюсиков, мы сразу записываем третью, четвертую и пятую ночь. Бонни пошел. Кто же ходит? Бонни. Я слышу. Пацаны, фонарик надо экономить. Я сказал в тех сериях, что не кончается энергия, но у меня из-за того, что я поставил разрешение 4К, не влез фонарик. Но теперь, если я все пофиксил, тут можно, короче, скалить разрешение экрана. Нормально объяснил? Ха-ха, профессионал! Да, думаю, да. Так, пацаны. Написали, или ходить на корточках от них, или обычным пешком. Но ни в коем разе нельзя бегать, потому что это очень плачевно смертью всех игроков. Я еще, кстати, вспомню, тут Балумбой тоже активируется, он может спалить тебя. Вы заметили, что мы сейчас играем втроем, вообще идет очень все четко и вообще не лагает ни капельки, да? Да, все. А ты на семерых лагала. Кстати, мы хотели только что играть с разными игроками, подписчиками, но получилось так, что они не смогли к нам присоединиться. Какие-то баги. А это за то, что мы, наверное, играем через Радмин. Вы где? Боишься? Мы во всех ранниках. Он там Бонни, короче, он на меня побежал, так успокоился и все. Так, все хорошо, да, ребята. Час ночи. Это означает, что мы должны пройти. Не знаю, каким образом это отвечает. Одно означает, что мы должны пройти, но мы должны пройти. Дима, ты очень логичный. Мне послышалось, что кто-то в моей комнате. Уже этот. Болезнь психическая у меня из этих аниматроников страшных. Дим, хочешь пойти к какому-то аниматроникам, как в прошлый раз? Не-не. Да я так похожу здесь тихонько, но вообще хочется на них посмотреть. Пошлите. Сыте, не сыте? Так. Тишина. Так, шкатулочка разряжена. А, кто-то зарядил. Ну вообще, мы сегодня играем очень профессионально. Так, за мной Бонька идет, но я на корточках, он медленно идет. Да-да-да, медленно. Он меня заметил, когда я заряжал. Ну, мне кажется, они не замечают нас, или замечают даже, когда на корточках. Они на звук, видимо, реагируют, потому что когда я заряжал, он прям сразу подает. Ребята, очень напряженная атмосфера начинается, когда они... Не проходи. Аниматроники начинают включаться, и это очень стрёмно. Кстати, она сейчас оживет, глаза вы же видишь белые? Все, она жила. Да еще нет. Уже должна вот-вот-вот. Давайте посветим на нее. Я помню, мы тут сидели, она ожила. Да-да-да-да-да, лучше может перед ней не ходить. Так, я уже боюсь очень сильно вторую ночь. А представьте пятую ночь или шестую. Кстати, здесь можно выбирать любую ночь. И может мы запустим стрим, и мы там включим шестую ночь. Просто для прикола, да, пацаны? Да, да, ну, это умереть будет очень всегда сильно. Готовы. Теперь я, кстати, могу вас всегда находить, потому что на тап можно посмотреть карту. Да-да-да-да-да. Это... Кстати, снизу что за комната? А как список игроков отображать? Я уже забыл. А ну, F9. Нет. Там еще там вроде когда умираешь, только видно. А здесь, насколько я знаю, тут есть такая фишка, как в Doom моде, но вообще в игре Doom быстрое сохранение, быстрая загрузка. Да. Сейф. Да, F6 и F7. Там сейф, лоуд есть. О, так можем сохранить. Для интереса, мне кажется, для прикола, если сохранится, можно будет загрузиться. Или заглючит. Так. Или загрузит там это из Дума какую-то миссию. Блин, начинаю идти по коридорам, они начинают там топотеть. Я сразу делаю ногу назад. Так. А где вы, пацаны, вообще? Я бегаю. Вы заметили, как что бегаю? Сегодня они как будто в первую ночь ходят? Хотя даже в первую ночь, если начать бегать, они активны очень. Чика жила, кстати, я только заметил. А Чика тоже за нами медленно ходит, да? Да. Помнишь, как ты за столом прятался, Дима? Да-да-да-да-да. Медленно. Такая не спеша, и потом, опа, скример. Не знаю, сегодня они какие-то буйные, они прям бегают, не слышат. Хотя никто не парится.
Да. Так, Фокси, Фокси, я уже боюсь здесь возле Фокси проходить. Ребята, я начинаю немножечко потеть, особенно ладошки, от страха. Ой. Прогрузилась, значит, кто-то ожил, если прогрузилась. Мангол, наверное. Ты думаешь? Ну, я слышу с ее стороны звуки. Так. А я сейчас проверю, мне не страшно. Да, умри, давай. Оу, здесь вообще как прикольно и стрёмно здесь находиться. Мангол ожила. Нет, ты чё? Меня Фредди увидел. Нет, она не увидел? Осторожно, осторожно. Так. Страшно. Вы слышите, как они ходят уже по всей пиццерии, да, распространились? 3 часа ночи почти. Блин, это стрёмно. Хорошо прям. Хорошо, да. Когда нас было много, не так было страшно. Да, потому что, ну, как-то веселее было, да, что ли? Да. Да, сейчас как-то кажется, что кто-то из-за угла выйдет и ударит тебя. Я когда хожу возле Фокси, я его очень боюсь, потому что в тех сериях он меня всегда убивает. Пацаны, вы экономите фонарик, да? Я его не включаю вообще. Правильно, правильно. Кстати, видите, они не ходят, потому что мы, да, тихо себя ведем? Да. Да. Нет, ходят. Ходят, 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 да. Ну, ходить они будут 100%, но они так не бегать. Они, получается, как будто патрулируют, да? Ну да, это видите, это их район, а мы сюда, это вторгли, зашли. А где вы, пацаны, вообще? Я возле охранника, вентиляции. Мы делаем с вами правильно, что этот... Мы расселись по всей карте, а не вместе, потому что вы же знаете, да, чем заканчивается, когда все вместе играем. Дима, мне кажется, или Фокси жил? А, мне кажется, что да. Если честно, мне страшно. Я боюсь эту игру очень сильно. Не знаю, это один из самых страшных. Я его даже, честно, этот FNAF боюсь больше, чем оригинал. Кстати, Бонька в вентиляции стоит, жопу нюхает. Жопу нюхает? Какой? Твою? Было бы прикольно, если бы твою жопу нюхал. А что за звук был? Ни одного? Треск? Да, такой резкий. А, это забей, это об охранника. Так, пацаны. Ну хорошо. Они к охраннику идут. Это они, да, топотят там, в нашу сторону идут? Да. Да, к охраннику идут. Я у охранника, блин. Я тоже, я вентиляцию у охранника. А я на сцене прям, представляете, здесь тусуюсь? Ну, практически на сцене. Васаби, ты в соседней, кстати. А куда он идет? Вы видите этого аниматроника сейчас? Он по вентиляции, как я понял, потому что из вентиляции звук. Мне кажется, он идет в мою сторону, это меня напрягает. Да, он в вентиляции идет. 1-4 часа практически уже. Представьте, мы сейчас пройдем эту ночь с первого раза. Если мы это сделаем, ребята, ну это точно с вас подписан. Если я вижу, что кто-то не подписался, мы при этом пройдем, я буду орать. Если даже мы не пройдем, надо поставить подписку за старание. Испугался. Кто-то включился. Это Фредди, он прям на меня посмотрел. Вот Мангол, если включится, то надо как-то продержаться, пока она уйдет. Потому что надо как-то заряжать шкатулку. Ты думаешь? Да. Мангол! Мангол? Да, вентиляцию увидел. Да ёкарный бабай. Только про нее вспомнил. Фокси! Там Фокси! Где она? Где она? Ё-моё, привет! Тихо. Так, тихонько, пацаны, тихонько. Уходим, уходим, уходим. Не переживай. Время куда есть. Мы уходим? Там аниматроники, лол. Где? Вот там вентиляция прямо? Да, да. А вот мы тогда идем сюда. Ой. Так, ну ничего страшного, можем их ослепить. Где она? Там Бонни. Там Мангл. О. Они нас как в прошлой серии начали окружать. Да можно встать, вроде пешком ходить, не бойтесь, пацаны. Мы ходили пешком, я ж помню. Главное не шуметь. Когда ты ходишь пешком, они им больше шанс тебя заметить. Когда ты сидишь, они тебя не так заметят. Да, спасибо, я очкую и так, и так. Ха! Надо вообще какой-то чит вести, чтобы они не убивали нас. Так, давайте, наверное, не будем вместе в вентиляции сидеть, это очень опасно. Я сейчас пойду заряжу. Идемте, идемте. Давай, все уходи. Вместе, идемте. Если что, один будет отвлекать. Дим, черт ты. Она сюда идет, пацаны. Увидел. Передумал туда идти. Она перейдет. Куда идет? Перерез. Вы идете за шкатулкой, пацаны? Да. Давай, давай. Заряжайте быстрее, мне страшно. Да не бойся, я заряжу. Если что, я Диму страхую, можно сказать. 4:40. Меня прям Бонька смотрит. Из вентиляции. Это стрёмно.
Но он как будто нас не видит, да? Да, он слепой. Так, ну что, немножко мы отодвинулись. А, я переживаю очень сильно, аж горле першит. Очень сильно страшно, да. Мангал на стенках лазит. Да, она по потолкам может лазить, кстати, прыгнуть на голову. Вон я ее вижу, вон я ее вижу, она спрыгнула. Куда? Не знаю. Я валю, время есть. Она у входа прям там стоит. Кто это там, вентиляция? Это я. Привет. Так, тихо, это кто-то означает включился. Это кто-то... Или выключился. Мангл выключилась, перестали звуки. Так, нам надо будет еще раз завести шкатулку, и все, и мы затащим. Да нет, Фредди там бежит. Я в вентиляцию пойду. О, балунгой. Что Фредди не ходит по вентиляции. Уходи. О, Мангл! У тебя прям в жопе было. Люди. Блин, ребята, чего ж так страшно-то? Я боюсь. Куда вы идете? Быстрее, это Мангл. А вы быстрее можете, пожалуйста, пацаны? Вы меня подписываете на смерть. Мы этого и добиваемся, Дим. Да нет, спасибо. Мы умрем. Если что, слепим, если это Фокси. Все отлично, пацаны, все отлично. Мама, кстати, ушла. Нет. Фух, ребята, почему ж так страшно в эту часть играть? Вот скажите мне, а? Да потому что мне кажется, страшно. Мне кажется, уже не надо заводить, да, шкатулку? Ой. Да, лучше не надо. А мне кажется, Фокси проснулся. В глаза ему светить и спиной отходить. Мне кажется, 30 минут осталось. Нет. А, да. Ребята, ну мы должны затащить, по-любому. Я шкатулку заводить не буду. Если что, будем просто бегать. Да. Без шифта, главное, пацаны, бегайте. О, ко мне Балун Бой идет. А вы помните, что можно бегать на корточках? Да. Да, но тебя тоже немножко слышно. Все, Балун Бой за мной выдвинулся. Что, Мангл? Да? Йо, Карны Бабай. А там Балун Бой. Так, я в другую комнату зашел. Я знаешь, тоже... почему? Дима, ты зарядил? Да. Гад! Ну я так вот, я там жертвовал своей жизнью и своей честью. Ну я смог это сделать. Ну что, ребятушки, благодаря... Конечно же, я видел, вы поставили лайк, подписались, поэтому мы прошли. Можно даже радоваться и праздновать, открывайте, ребята, конфеты сладкие, чаёк. Нет, Дим, нас убьют. Нет, нас не убьют. О, меня балунбой нашел. Привет. Вот в следующую нас ночь убьют. Так и будет. Дима, ты помнишь, нам еще до выхода надо добежать? Я до выхода. До свидания. Ребятушки, мы это сделали. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрим мои ролики. Еще.